Здравствуй, друг. Я знаю, ты боишься солнца. А я не боюсь солнца. Вы знаете, дело в том, что пропаганда уже идет давно о вреде солнца и о том, что солнце вызывает рак. Но есть такие народности, например, древние египтяне могли целыми днями находиться на солнце, и ни у кого из них рака не было. Знаете почему? Ну, во-первых, первое, они постоянно очищались, они голодали, они очищали кишечник. Второе, они не ели мертвую пищу. В основном их рацион состоял из живого питания. То есть их организм постоянно очищался. Даже если они ели мясо, да, то все равно они очищались. Мы же живем в 21 веке, когда мы буквально каждую секунду окружены такой химозой, такой травой. Нас так травят. Мы живем в этих коробках, а не жилищах. И, соответственно, организм копит шлаки, токсины в межклеточном пространстве, во всех жидкостях организма и начинает болеть. И у такого человека выделительная система, эндокринная, просто убитые. И, соответственно, когда такой человек проводит много времени на солнце, у него появляется типа рак, да? На самом деле солнце выявляет уже то, что у него было в организме. Солнце просто ускорило процесс, то есть лакмусовая бумага, да? То же самое, как с холодом. Холод тоже выявляет то, что уже сидело в организме, но так как иммунитет не работал, то оно сидело и ждало своего часа, и чем старше человек становится, тем оно начинается, там, всякие медленные процессы, хронические заболевания, то ОРВИ частые, то еще что-то, то артриты, артрозы, астмы и тому подобное. И последняя стадия зашлаковки – есть рак. То же самое с солнцем, потому что все природное, оно выявляет, что в человеке за годы гниения, за годы убийства себя человеком, природа выявляет, природа, как она доктор, она показывает, что у человека не так, если он живет в дисбалансе с природой. И природа, она как раз наоборот, она никогда не может нам навредить, но только нужно уметь ей правильно пользоваться. Есть такое понятие, как смотреть на солнце, да, солнцеедение. Есть такое понятие, как гелиотерапия, и это уже научно доказано, что солнце лечит. И если организм не зашлакован, если вы питаетесь живой пищей, вам вообще, вы можете целый день быть на солнце и не обгорать, как это у меня происходит летом. Я могу целый день провести на солнце, и я не покраснею. Раньше, когда я питалась тоже мертвой пищей, тоже мясо ела, я обгорала, страшно обгорала. Вот тогда было плохо. А сейчас все нормально. Так что пропаганда, она и в Африке пропаганда. Заблуждают молодежь. Жаль. Но я призвана говорить правду, она не моя субъективная, я не выдумала это все знания собраны из сотен книг. И я донесла в Телеграме, в моем канале, все знания из сотен книг и на моей собственной практике, знания на тарелочке, прямо на блюдечке, вам приношу и прямо в рот вам кладу, прямо в желудок пропихиваю, чтобы вам было удобно. И все равно люди умудряются спрашивать, где мне найти то и то и то. Но люди не хотят читать. Ну вот приходи ко мне в Телеграм, и ты там найдешь всю правду о мироустройстве. А ссылка в описании, в шапке моего профиля.